Нажмите, чтобы начать. Окей. Danger, зомби. Впереди зомби, написано у нас. Ну что, друзья мои, сегодня поиграем в игру, которая называется Zombie Can't Jump. История или выживание? Конечно же, возьмем историю. Так, выберите уровень. Ну, естественно, у нас первый. Ха, добро пожаловать. Да, идут голодранцы-зомби. Так, тапни. Так. Это мы что, должны с тобой запрыгнуть? Допустим. Ага. А стреляет он сам. Хе-хе-хе. Ну, допустим. Так, делаем еще что ли с собой? Возвышенность. Пи-пи. Так. Что? Давай разворачивайся сюда, братюня. Ой-ой-ой-ой-ой, а успеешь ли ты бомбануть их? Так, убивай и строй, говорят. Вау, совсем другое дело. Там зомби перемотанный бежит. Давай его, давай, родной, накрамсывай. Слушай, а вот этот с повязками очень сильный зомби. Так, панк, зомби-панк идет у нас. Ох ты! Ты понял? Эй, папи, я иду к тебе на помощь. Давай, роднуля моя, я тебя жду. И вот нас теперь двое. Но это совсем другое дело. Так, что, тапнуть надо нам, да? Угу. Так. Здесь и здесь. Оба строят. Так, нам нужно и здесь заниматься этим делом. Давай, 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 расстреливаем. По красоте. Левел пройден. Вот такая, ребята, у нас игра. Открыт новый итем. Это шипастый шар. День второй. Такие строители. Ага, не хватает, я понял. Так, девчуль, давай. А. Ё-моё. Давай, строй. Слушай, тебе надо помогать. Ну-ка. На усиление, на усиление. Поможем так. Теперь сюда, говорю, переключитесь. Красавчики. Так, ты... Что у нас как-то выглядит? Ты понял? То есть мы с тобой можем туда, либо сюда. Отстреливаемся. 100 очков нам нужно с тобой набрать, как ты понимаешь. Давай, оба. Так, а я пока, наверное, здесь вот сделаю. Ха, он нашип на этот, ребята, нарывается и, соответственно, погибает. Ну что, тут, наверное, стоит ярость взять, я так понимаю. Get ready, I'm big wave. Идет, короче, огромная волна, а где она? Вот это вот была огромная волна. Скорее всего, нет, друзья мои. Ага, анчивку мы с тобой выполнили. Давай, 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 давай. Есть! Уровень пройден. Слушай, мы с тобой открыли вообще шотган. Как тебе такой? Так, выбери оружие. Наверное, так. Посмотрим, что из себя представляют эти шотганы. Строительство началось. Так, ты давай, наверное, тоже у меня построй пока. Я даже не знаю. Так, не-не-не-не-не, ты стреляй сюда. Так, нам нужно с тобой набрать 60... А, нет, ребята, это не набрать, это сколько мы с тобой набомбили. Ах ты! Так, надо, по-моему, друзья, ярость вырубать. Оу. Не вздумай ко мне подходить. Давай. Твою налево, ребята. Вот такие вот пироги. Давай быстренько с тобой делать. Так, ты тоже давай не стой.
Тут, наверное, придется вот так вот все-таки делать. Помогай. Давай поднимемся с тобой повыше. Помогай. Смотри, что творят, а? Поднимаемся. Упс. Не есть гуд, друзья мои. Совсем не есть гуд. Так. Может быть, я это зря делаю? Точно. А как тогда быть? Ладно, возьмем с тобой обычные винтовки, фиг с ним. Ни за что бы не подумал, что мы вот так вот можем встрять. Давай, 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 бомби. Так, давай выше поднимаемся. Давай, прикрывай пока здесь. Тоже шар, пожалуйста, туда бросишь, шипастый. Так, и выше поднимаемся. Так, наверное, еще выше. Так, сюда, пожалуйста, переключаемся. Так, еще, наверное, шарик с собой сделаем один. Пускай там два шара будет. Так, еще выше подняться уже нельзя, понимаешь? Ну-ну-ну-ну-ну, брось, отлично. Сбросил. Так, помогай. Идет огромная волна. Прям так и написали, идет огромная волна. Так, с этим разобрались, давай сюда. Прикрывай, прикрывай. Ну, в принципе, нормально, друзья. С третьей попытки мы все-таки прошли. Так, у нас с тобой новая обилка. Оружейный эксперт. Я так понимаю, это повышение крита. Повышение крита, день четвертый. Давай-ка мы с тобой так сделаем. Так, стреляй сюда. Есть. Так, строим. Поднимаемся все выше. Что у нас тут еще? Еще шар. Опа. Ну... Так. Поехали. Ай-яй-яй, а этот-то что, дуралей, там не смотрел, не стрелял. Давай еще разок. Быстренько поднимаемся. Давай, шипы, а ты поднимайся. Так, пока он убивается, будем подниматься здесь выше и тут выше. Так. Давай, 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 бомби, отлично. Поднимись-ка повыше. Пока есть такая возможность. Расстреливай, расстреливай. А где наша обилка вот эта новая, которую мы, ну, якобы должны были получить, я что-то не пойму. Может быть, она как бы автоматически срабатывает? Так, дай-ка шипы с тобой сбросим. Нормально. Так, да, крит, выскакивает крит, ребята, поэтому... Давай, наверное, здесь.
Да, они стреляют так как-то посерьезнее стали. Бомби, бомби. Так. Очередная волна зомбарей. Я предлагаю сбросить туда, наверное, шипастый шар. Так, а у тебя нет возможности такой, да? Так, родная, давай стреляй сюда тоже. Отлично. Как бы игра несложная, и в то же время... О, автострельба. Несложная игра, но в то же время надо позаморачиваться. Тем более мы где-то с тобой в пустыне, вон там вон дома. Интересно. Так, ну что? Не знаю, дробовичок возьму, наверное, здесь. Шотган. 50% очков выживших. А вот это что такое? А, выйти не надо. Ох ты. Хм. Авторифл. Окей. Давай смотреть, день пятый. Строимся. Быстрее, быстрее, быстрее строимся. Пока есть такая возможность. Так, стой, ты сюда строчи. Дорогуша, помогай. Да что ты делаешь-то? Строчим, 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 без остановки. Отлично. Так, сбросим шар. Здесь поднимемся наверх. Ну и зачем ты это делаешь? Давай, строчи, строчи. Сейчас сломаю, да? Так, ты строчи пока туда. Поднимайся, поднимайся, дорогуша. Еще выше. Еще выше. И ты, кстати, тоже пока повыше поднимись. Ползут супостаты. Так, дорогуша. А-а-а. Так, допустим. Давай сбросим, наверное, шар здесь. Там у нас панкуши идут всякие. Так, нормально, здесь справились. Пока отстреливается, это будет у меня. Отлично. И выше. Все, уровень прошли. Я хотел сказать, и выше с тобой поднимемся. Так, ёк-макарёк. Ребята, металлические ящички. То есть теперь они не так быстро будут ломаться. Берем так. Да и пускай будет УЗИ, да? Хе. День шестой. Конечно, я буду ставить железные ящики. Они строятся дольше, как мы видим. Но они должны быть лучше. Давай сюда, помогай. Ай! Надеюсь, этот ящик действительно того стоит. Слушай, по-моему, он того стоит. Опа! Друзья, проблема у нас. Ёк-макарёк. Это действительно проблема. Ну, нормально. Так, сюда теперь. Да оба переключайтесь. Давай, строй, 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 строй. Давай-ка еще повыше поднимемся. Такс. Автофайр. Есть, подбили. А что такой звук, как будто здесь какие-то петухи, ё-моё. Слышишь? Или это... А, это они, наверное, так орут. Так, get ready, большая волна идет, говорят. Нам лучше вот здесь, конечно, прикрываться же. Шипы. Давай, сбрасываем. Пускай поклюют шиповку, да? Давай, 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 давай. Еее. В минус. Вот и все. Как только написано, большая волна к вам идет.
Так, у нас доступен режим выживания. Как только пишут, что идет огромная волна, после того, как ты ее уничтожаешь, уровень считается пройден. Ага, вот тут опять у нас с тобой старые дробовички, ружбаечки. Окей. То есть, подожди, у нас как бы и первое, и второе оружие, да? Прогресс, прогресс по истории, да, нужен? Окей. Ну что, седьмой день на баррикадах. Поехали. Пока вроде бы все тихо. Да как сказать, все тихо. Новые виды зомби. С повязками. Так, переключаемся. Так, наверное, нам надо будет шипы сбросить. А как ты их сбросишь? Фига, он крепкий. Помогай. Мы же не хотим, чтобы наш Чолито погиб. Конечно, не хотим. Ящики, ящики, ввысь в небо. Так, дай-ка я еще выше поднимусь. Так, опять там идет этот засранец. Он самый мощный. Поехали. А здесь я могу подняться выше. Зачем я взял деревяшку, а? Так, сбрасываем. А у тебя, дорогуша, у тебя ничего нету абсолютно. Кто там? Так, ладно, там идет обычный зомбарь. Так, готовится большая волна. Вот после того, как готовится большая волна, прошла надпись, естественно, сейчас большая волна и пойдет. Брось туда шипы. Шарик шипастый, брось. На, пускай там клюют его. И ты тоже, дорогуша, бросай. Не пройдет ни один супостат, ни один зомби мимо не пройдет. Так. Слушай, ну я тебе скажу, что прошли, да, ребят, прошли. Ровно недельку мы с тобой здесь продержали. И у нас автошотган. Ха, автошотган. Оу. Так, ну что же, восьмой день на выживании, ребята. Восьмой день. А нас будет двое или все-таки еще кто-то будет прибавляться? Нет, наверное. Огонь, 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 огонь. Сюда-то помогай. Оу-оу-оу-оу. Так, ты пока делай, пока девчуля тут отбивается. Так, поднимайся выше, сюда переключайся. О, правильно. Давай, давай, бросай шар. И выше вставай. И ты, кстати, дорогуша, тоже выше. Поднимайся. Я не хочу, чтобы вас здесь схрумкали. Ай, шара-то нету. Ты стреляй давай, помогай ей, девочке моей. Ой-ой-ой, нет. Ты серьезно? Так, переключаем сюда. Ну этих-то ладно, мы с тобой убьем. А вот эти вот. Хоть и крит проскакивает, все равно, ребята, он сложный. Огонь, 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 огонь. Фух. Так, выше поднимаемся. Еще выше. Так, тебе-то что надо сделать? Давай попробуем так. Так, девчуля. Нет, 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 нет. Фух. Я уже думал, сейчас разнесут этот кубик, баррикаду и все. Но, слава богу, обошлось. Так, ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этой ноте закончим эту серию. Пишите в комментариях, как вам игра зашла, нет. Ну, мне как по приколу так очень зашла.
Ну а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.